Всем привет! Вы находитесь на канале «Стильное вязание» и я, Светлана Садыгова. Сегодня мы начнем вязать шапочку на девочку 2-3 года с отворотом. Отворот будет состоять, двойной отворот, резинка 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. Дальше переходить в узор, который мы в ходе работы вязания я вам покажу. Для начала измерьте объем окружность головки ребенка. У меня в данном случае составила 47 сантиметров. Мы таким образом я рассчитываю. Я 21 петля образца набрала и связала я. И получилось у меня, я измерила 8,5 сантиметра. Вяжу я вот такой пряжу, чисто шерстяная, стопроцентная. Мягкая, 100 грамм в мотке, 170 метров длина. Так, потом 47 сантиметров я вот такую систему составила. Потом, чтобы определить, сколько нам набрать петель, мы 47 умножаем на 21 и делим на 8,5. Получилось у нас 116 петель. 116 петель прибавляем еще к этим петлям. Одно для соединения. При наборе петель мы первый ряд, который будем набирать петли, должны добавить одну петлю, чтобы мы соединили. Она у нас фактически потом уйдет. Всего у нас получится первый ряд 117 петель. В дальнейшем у нас эта петля одна уйдет. Будем вязать 116 петель. Будем вязать, набирать сейчас набор петель. Я вам сейчас покажу, как я это делаю. Набор петель я всегда набираю с помощью
дополнительной нити. Вот таким образом. Я уже говорила в своих уроках, можете посмотреть, можете здесь посмотреть. Вот мы берем два сложения, я беру. Мы должны сейчас набрать, вы набираете, я буду продолжать, потом я уже начала вязать резинку на шапочке, я буду продолжать там. Так, набираем мы петли, 117 петель набираете. Так. Берете вот два сложения, она у нас идет вот таким образом. Так, смотрите. Вот, мы набираем. Вот так. Смотрите, у нас получается на спице одна нитка, которая вот проходит, идет на спицах. А та, которая двойная, будет вот тут у основания идти. Вот набираете таким образом. 117 петель. Я считаю, это самый лучший способ набора петель, потому что получается эластичные, край эластичный, хорошо на место садится, не растягивается, и в то же время плотный. Вот мы набираем, смотрите, здесь на спицах получается одна наша вот эта петля. А двойная вот петля проходит вот здесь. Смотрите, как она хорошо смотрится. Видите? И в то же время, когда вы будете вязать, я сейчас покажу, вот набор делаете так. 117 петель наберите. Так, набрали. Будем продолжать дальше. Я уже вяжу. Буду показывать дальше на шапочке. Я вот уже провязала. Так. Сейчас я вам покажу, как соединить петлю. Вот вы наберете петли. Вот вы набрали все петли. Вот они у нас набранные. Смотрите, как хорошо получается. И для того, чтобы соединить круг, вы будете вязать. Вот набрали петли. Нам надо его, одну, когда спицу вытянете, надо соединить. Вы его так соединяете. Смотрите, для чего мы одну петлю лишнюю делали. Вы берете вот таким образом, вот петлю снимаете с левой спицы на правую, и потом слева, вот которая, когда мы набирали первый ряд, да, и мы вот так ее перекидываем через эту. Вот она у нас фактически соединила и ушла эта петля. Показываю еще раз. Когда вы набрали все петли, 117 петель, нам надо соединить их в круг. Мы берем правой спицы, с левой снимаете петлю, таким образом я повторяю, и крайнюю вот такую вот петлю перекидываете через ту, которую мы сняли. Вот таким образом. Все, мы эту сняли одну петлю, которую добавили, у нас опять осталось 116, но при этом соединилась у нас по кругу, все петли соединились. Мы первый вот наборный ряд мы соединили, я вам показала, как мы соединили. Теперь дальше продолжайте вязать английской резинкой 1 на 1. То есть, одна лицевая, одна изнаночная. Я вяжу, чтобы ровно вот так получалось красиво, видите? Получилась ровная, красивая вязка. О. Таким образом, я вяжу, лицевая петля вяжется у меня за переднюю стенку, а изнаночная за заднюю. Показываю ближе. Лицевая вот за переднюю, вот таким образом, а изнаночная за заднюю стенку. Нить держите не сильно натягивая и в то же время сильно слабо не делайте. То есть, чтобы она, ну как, удобно лежала на пальце. Вяжите за переднюю лицевую, а изнаночная за заднюю стенку. За переднюю, изнаночная за заднюю. И так продолжаете вязать по кругу. Теперь еще я хочу сказать. Вот я, допустим, начинала отсюда вязать, вот нитка, я оставила нитку, в то же время я еще так для образца вам маркер прицепила.
Вот и будете вязать, будете знать, что это у вас тут начало было. Будете, когда на узор переходить, тоже отсюда. И вот так вяжете до... шапочка будет вот так идти с отворотом. Сейчас посчитаем, сколько я уже довязываю. Сейчас скажу, сколько высоту надо будет провязать. Так, будете вязать резиночку 1 на 1, высоту где-то 10 сантиметров провяжете. Сейчас мне осталось 1 сантиметр. В общем, вяжите 10 сантиметров высоту, а потом будем переходить на основной уже узор. Да, еще я вам забыла сказать, что резинку я вяжу на спицах 3,5. Вот, резинка у меня вяжется на спицах таких 3,5. А основной узор будем вязать на спицах 3. Это спицы 6. Вот мы провязали высоту 10 сантиметров. Теперь будем вязать основной узор. Там, где у вас нитка, будете продолжать. Я уже начала вязать, так что вот где отмечена нитка и где у вас этот, будете отсюда начинать. Я вот начала уже отсюда вязать его. Сейчас продолжу, буду показывать, как начнете вязать. Так, будете брать вот таким образом две петли вместе, так, провязывая, но не снимая. Теперь берете, но уже мы взяли спицы, видите, толще я взяла шестерку. И мы с этой спицы переносим на шестерку уже. Вот мы провязали. Теперь отделяем вот за заднюю стенку. Первую петлю тоже провязываем. Вот получилось из двух две. И теперь снимаем. Опять берете две петли. Видите, вот таким образом. Провязываете за заднюю стенку, не снимая. Теперь отделяете эту первую петлю и тоже за заднюю стенку ее провязывая. Получилось с двух, две мы провязали. И теперь снимаете. Опять показываю. Две петли за заднюю стенку. Отделяете первую, провязываете тоже за заднюю и снимаете. Две петли берете, провязываете за заднюю стенку, отделяете первую петлю и провязываете тоже за заднюю, и теперь только снимаете. Две петли провязываете, теперь одну отделяете, тоже провязываете лицевой и снимаете. Это все мы лицевой провязываем. Так, берете две петли, снимаете, провязая, не снимая первую, провязали, теперь снимаете. Вот две петли берете, провязывая. Теперь опять первую провязываете лицевой и тогда только снимаете. Еще показываю. Так. Эту отделяете. И теперь только снимаете. То есть из двух две петли вяжете. Вот так оно получается. Смотрите у вас. Так. Две петли вместе. Провязываете одной лицевой. Теперь отделяете первую. Так, лучше отделять ее немножко, потому что легче будет вязать. И снимаете. И так вяжете по кругу до конца. То есть до нашей отметки, вот где у нас стоит маркер или
Булавка у вас будет или что, или по ниточке ориентируетесь, вяжете до конца, до круга. Это у нас основной узор шапки будет, колосок называться. А это резинка 1 на 1, вот так она будет отворачиваться. И вот последние две петли у нас остались. Мы их тоже так провязываем по кругу. Провязали. Все, мы сняли с этой спицы. И вот полностью одели уже, видите, на шестерке я вяжу. У меня такие вот, видите, так. Продолжаем вязать дальше. Вот мы довязали до маркера, да. Теперь надо второй ряд нам вязать по кругу. Но так как этот узор должен вязаться и на лицевой, и изнаночной стороне, то нам надо будет таким образом сделать. Смотрите. Мы сейчас этот соединяем. Нам придется соединять и поворачивать на обратную сторону. Для этого мы берем, вот мы дошли, берете, делаете накид. Вот, я сделала накид. Так. И снимаете одну петлю с левой спицы. Сняли. Теперь мы перекидываем, как при соединении делали. Перекидываем. Вот мы соединили их. Чтоб, видите, у нас соединилось. И в то же время, когда мы делали накид, чтобы не потерять петлю, и перекинули через это, у нас получилось, видите, что не потеряли мы петлю, лишней нет. Теперь мы поворачиваем таким образом. Я вот, чтобы было виднее, я продену. Вот у нас получилось, видите, эта петля, которая снялась с этой, она уже здесь. Теперь мы будем вязать. У нас тоже количество петель осталось. 116. Теперь мы вяжем по изнаночной стороне. Так? Потому что так по кругу рисунок не получится. Теперь мы делаем таким образом. Теперь на изнаночной стороне, как и на лицевой, вязали лицевыми, а мы теперь на изнаночной вяжем изнаночными. Так, две вместе провязывайте изнаночной. Тут чуть-чуть подтяните. Вот берем две петли вместе и провязываем изнаночной. Провязали. И теперь одну отделяем первую и провязываете тоже изнаночной. Там мы лицевыми, а тут точно так изнаночным. И снимаем. Вот мы сняли. Видите? Так. Теперь опять идет две петли. Провязываете изнаночной. Теперь берете крайнюю. Вот первую. И опять провязываете изнаночной. Вот, смотрите. Провязали две вместе, теперь отделяете, это провязываете изнаночной. И снимаете. Опять берете. Смотрите, мы берем вот между ними, где пространство получилось, чтобы оно как колосок шел. Две вместе изнаночной, теперь одну вот отделяем, провязываем изнаночной и снимаем. Опять две вместе. Провязали изнаночной, теперь изнаночную одну и снимаю. То есть тут рисунок этот должен вязаться на лицевой, на изнаночной. Видите, у нас как бы поворот идет теперь в другую сторону. И так вяжите до конца этого круга. Две вместе изнаночной. Теперь одну отделяем и снимаем. Так, я думаю, понятно. На лицевой лицевые вяжете, так, как я показывала. А на изнаночной вяжете изнаночной. Вяжете изнаночной до конца. Вот где мы, вот до этих пор будете вязать.
Вот мы довязали тут ряд на изнаночной стороне, теперь переворачиваем на лицевой, будем вязать. На лицевой будем вязать, также будете вязать, как и первый ряд мы вязали по кругу. Для этого мы должны соединить, чтобы тут дырочки не было. Для этого мы берем, как я вам говорила уже, вот, делаем вот так накид. Сделали мы накид. Так. И с левой спицы. Сейчас давайте я ее так поближе сделаю. И это так, чтобы было вам нагляднее видно. Это покажу нагляднее, чтобы было видно. Вот так. Сюда выставлю немножко. Смотрите, мы что делаем. Вот мы на лицевую сторону перешли. Мы делаем накид. Так, вот накинули. Так, можете так, можете вот так, можно так. Давайте. Теперь берете, снимаете крайнюю. Видите, так, на эту спицу. Вот мы сняли ее на правую с левой. Теперь подхватываете этот накид, так, перекидывайте через эту, которую мы сняли. Сняли, вот. И она у нас получилась уже на правой спице, правильно? Все. Вот мы потом будем дальше вязать. Все, мы начинаем вязать на лицевой стороне. Вот эти две петли таким образом. Вот я затянула ее немножко. Так. Начинайте вязать теперь опять то же самое. Две вместе. Отделяете одну. Провязываете. То есть рисунок повторяете с первого ряда. И снимаете. Так. Опять берете две вместе петли лицевой. Провязываете. Теперь одну отделили и провязали тоже лицевой. И снимаете. Две из двух делаете. Опять две вместе. Теперь за заднюю стенку вот так и провязывайте. То есть, смотрите, те, которые вот отходят, не двойные эти берете, а вот которые подальше. Это одна, вот эти берете петли, видите, вот эти. И вот берете опять две вместе, провязывайте лицевой, отделяете одну первую, провязывайте лицевой тоже за заднюю стенку и тогда снимаете. Вот у нас получается, видите, типа как колосок. Вот она в одну сторону шла, теперь в другую пойдет. Опять две вместе. И так вяжите до конца ряда. Я вам еще немножко покажу. Так. Вяжите до конца ряда на лицевой стороне, лицевыми мы так вяжем. До этих пор потом будем соединять. Вот, у нас получилось, мы тут соединяли, вот провязали. Вот мы опять будем тут соединять, поняли? Это я спицу так же легче вязать, вытяну ее, дальше буду так вязать. Я не первую вот эту длинную вытягиваю, она легче тогда вяжется. И вот так, две вместе. И таким образом, вот, две вместе, на лицевой, лицевыми, а на изнаночной будете вязать точно так, только изнаночным, как второй ряд. Мы этот третий ряд вяжем как первый, то есть рисунок будет повторяться, первый по второй ряд чередоваться. А на изнаночной стороне будете вязать как второй ряд мы вязали. Изнаночными петлями вяжите до по кругу до этих пор. Вот мы последние две петли провязали уже. Теперь мы вяжем четвертый ряд по кругу. Теперь поворачиваем тоже. Смотрите, как мы можем даже так повернули. Можно и поворачивать, а можно и здесь так сделать. Вот так накид делайте. Можно на лицевой стороне тоже так сделать. Вот мы делаем накид.
Так. И снимаете эту петлю и перекидываете ее. Это соединяемый. Вот так. Смотрите, сейчас мы ее перекидываем. И вот так вот мы соединили, чтобы не было тут дырочки. Если оно будет туда-сюда немножко как бы отходить, ничего страшного. Но если все равно при соединении ничего не видно, видите? Абсолютно не видно. Теперь мы поворачиваем и начинаем вязать, как второй ряд мы вязали. То есть мы вяжем с изнаночными петлями. Смотрите. Берете две вместе, как второй ряд, и провязываете изнаночными. Опять две вместе, провязываете изнаночными, потом отделяете одну и провязываете. То есть так, как второй ряд мы вязали. Вот так. Две вместе. Провязали изнаночной, теперь отделили одну, провязали, тогда снимаем. Точно так, как мы и вязали. Вот оно получается у нас, видите, как колосок выходит. Вот, смотрите. Видите, у нас будет как колосок получаться в одну сторону, а потом в другую. Итак. И таким образом, как я вам сейчас показала, будете вязать, повторяя с первого ряда по второй, чередовать, переворачивая и соединяя петли, как я вам и сказала. Где-то высоту мы сделаем, сейчас я скажу вам, 24 сантиметра вот от резинки, от начала нашей резинки вверх 24 сантиметра. Потом мы будем собирать. Все, вяжем. Так, вы вяжите, я буду вязать, вот так она будет идти. Вот так отворот, и этот рисунок вот так пойдет. Видите, как красиво будет так. И будет потом еще бубон большой, такой как пом-пом-пом-пом. И значит, вы вяжете 24 сантиметра от начала до резинки. И я тоже буду вязать. Продолжим на следующем уроке. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что заходите на мой канал. Благодарю. Будет много интересного еще. И на втором уроке мы продолжим вязать шапочку. Всего доброго. Еще раз. До свидания.